In the century following the Mongols' vengeful attack on Moscow, Dmitry Donskoy's son and grandson clung to the Rus throne. Amid old rivalries and fragile alliances, Dmitry's great-grandson, Ivan III, set out to consolidate Moscow's control over all the Rus. But one independent republic would not yield to Moscow, the wealthy commercial center of Novgorod. In the bitter winter of 1478, Ivan III arrived at the doorstep of the wealthy Republic of Novgorod, the last remaining independent Rus province. With his army of allied Rus forces, Ivan would not stop until Novgorod belonged to Muscovy. First, he had to take the outlying towns of Kuklino and Soltsy, which were guarded by resistance fighters. Смирно, наказ снов есть. Да? Слушайте меня. Наказы исполнен не буду. Повинуюсь наказом. Послушай, направляемся, куда наказано есть. Повинуюсь исполнен. Выступайте доблестно, воине! Идти надо на поскору, таков наказ есть! Останете, воине! Воине готовили суть к брани! Ivan swept aside the resistance at Kuklino and could now use the village to reinforce his army. Не празднуйте! Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте! Сие построю скоро. Слушаюсь. Потрудишься изрядно. Пати нельзя, а Каснов есть. Наступать и надобно. И те трудницы надо внесать. Древеса всегда надобно суть. Следую наказам присла. Исполни наказ ваш. Трудитесь, накажете. Приготовляйтесь. Тихо. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Смирно, наказ. Оружие приготовляйте. Трудитесь. Готовь, есть им, потрудитесь. Люблю зверя бить. Ногама!
Наступать и надобно! Не празднуйте! Напряжь Москву! Люди, приуготовляйте! Трудитесь и надобно! Иди трудницы, надобни суть! Трудитесь и надобно! Фаревна, скачи, родимая! Направляюсь, куда велено есть. Слушайте, все идем. Люди, люди, напряжь пас, иди труп. Сейчас начну делать. Сберу древеса. Вести, яко дело, приступайте на гамма. Остановикся. Часов хочет. Что накажете? Следую наказам приста. Что накажете? Готово есть, не трудно. Противный блин! Подайте поручение мне. Подайте. Исполнено, Каспа. Что вы хотите? Куда направляете? Что накажете? Трудитесь и надо. Что накажете? Трудитесь и надо. И на брань готов. Жду наказы. Всадник ждет наказы. Готово, есмь, потрудитесь. Если наказы всадники, воине. Что велите? Готовы будете, воин. Поведу вы. Что на корабле? Лук поспеши. Мимо ногами, роб. Ожидаю наказ. Скачу на прежь. Ворог поражает. Сие есть долг мой. Направляемся к Ирине. Труда! Видите, там выступайте доблестно, воины! Слушаемся! Живу службы ради! А бредок ворога! Конь оседлан есть, фаревник готов. В путь! Сие есть долг мой! Часов хочете? Что велите? Что накажете? Подайте поручение. Ожидаю наказ. Скачи, родимая. Фаревник готов наступать. Направляюсь я, куда наказ. Ожидаю наказа. Повинуюсь. Фаревник готов наступать. Сделано будет. Ожидаю. Исполнено будет. Сие есть долг. Куда направ... Сделано будет. Направляюсь я, куда наказано есть. Спать нельзя. Иду набрать. Конь оседлан мне. Исполнено будет. Куда направляетесь? Повинуюсь. Ворози на подошву наны! Путь! Исполнено будет! Направляюсь, куда наказано есть! Направляюсь, куда велено есть! В путь! Вижу ворога! Конь оседлан есть, фаревник готов. Скачу на прежь! Ожидаю на... Скачу на прежь! Исполнено будет! Скачи, родимая! Ворог нападает! Фарев, направляюсь, куда велено есть! Направляюсь, куда наказ... Слушайте, все... Иди, надо бы найти нам! Да. Часов, иду, куда наказано есть! Трудитесь! Сделано будет! Противный! Близ стоит! Путь! Направляйся!
Противник готов наступать. Ожидаю. Вскочи, родимая. Сие есть долг мой. Куда направляетесь? Сделано будет. Слушай, я... Конь оседлан. Повинуюся. Наказ слушайте надобно. Ожидаю наказа. Время действовать. Паревник готов нас... Скачу на преж. Трудитесь надобно. Я построю сие. Готов, иду, куда велено есть. Сие построю скоро. Подайте поручение. Что накажете? Иди, трудницы надобно. Да, иди, трудницы надобно. Что накажете? Идите, надобно. Начинаю строить сейчас. Готовы, есть, потрудитесь. Построю. Я построю сие. Что накажете? Сие построю скоро. Трудитесь надобно. Трудитесь надобно. Готов, есть, потрудитесь. Начинаю строить и сейчас. Построю сие. Готов. Исполнено будет. Батницы, наконец, зайдитесь. Миру ворога! Оружие не празднуйте, наступая. Трудитесь надобно. Трудитесь надобно. Силатницы готовы! Идти надобно поскору, таков наказ есть! Есть, яко делать, воини! Слушайте наказ, но! Воини! Внимать сделано будет! Куда направляться? Начинаю строить сейчас! Время! Долг не есть бремя! Готов, едем! Слушайте все! Сие построю скоро. Да, слушаюсь. Построй на добро есть. Стоять и много будет. Трудитесь надобно. Я построюсь. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Начинаю строить и сейчас. Иди, трудницы, надобне суть. Я построю сие. Их все изрядно. Построено добро есть. Стоять и много будет. Потрудихся изрядно. Потрудихся изрядно. Построено крепко есть. Постро... Куда направить? Сие есть дом мой. Слушайся. Готов? Так накажет. Приготовляйтесь. Служите, раб, если. Иду, все. Слушайте. Сейчас. Куда направить? Путь! Путь! Скачи, родимая! Конясь, повинуюся! Построено крепко есть. Тихо! Приготовляйтесь, воины! Дайте мне работу.
Добуду мясо к трапезе. Что накажете? Уразумею. Сие построю скоро. Подайте поручение мне. Ожидайте наказа. Наказом следует. Приготовляйте, исполнено будет. Выступайте доблестно, воины. Противный близ стоит! Восстанете, войны! Скоро перейдите по мне, войны! Бой, идите по мне, войны! Тихо! Двигаемся! Приготовляйтесь, поспешите! Путь надобно есть! Будет исполнено! Да будут кровь и брань! Что накажете? Сейчас начну делать. Что на приказе исполнено будет. Дайте пофиги надо мне. Люди, приготовившись. Противный! Близ стоит! Что накажете? Я построю скоро. Потрудихся и зря. Готов, если потрудитесь. Часов хочете. Сад, двигайте по ночному бою! Посадницы, идите по мне! Ватницы, выступайте доблестно, воин! Сад, сделайте! Служите, рад, если. Потрудитесь. Ivan's forces captured the second town and laid a plan to secure Novgorod for Moscow. In order to take the wealthy capital, Ivan's army would have to defeat the Novgorod people's militia. Civilians had taken up arms to defend their lands against the Muscovite invasion, but they were untrained and ill-equipped for pitched battle. If Ivan could sustain his professional army, the people's militia of Novgorod would pose little threat. Приготовить долг не есть бремя. Поведу вы. Живу службы. Готов повина. Путь мой чист есть. Сделано будет. Абритон, дорога! Подайте поручение. Трудитесь, Анатолий. Сань, глядите по мне, бой или король! Парень, служите, рад я! Ожидаем наказ! Исполнено будет! Садницы! Прямо оставите! Часов велите? Доставлен, сделано! Яко прикажете. Трудитесь надобно. Наказ слушайте надобно. Начинаю строить и сейчас. Слушаемся.
Построено крепко есть. Слушайте все. Стреляю в меня! Вижу ворога! Слушай, повинуюсь наказу. Ожидаем наказ. Сил отсечен! Готов повиновать еще есть. Сделано будет. Сила... Идти надобно поскору. Таков наказ есть. Выступайте доблестно, воине. Держите копии. Скоро новые приказы будут. Следую наказу. Всем тихо! Сие вам груз! Извини, стреляют в нас! Всадник, направляюсь туда. Готов, есмь, в путь направляйтесь. Трудитесь, она. Наказ слушайте надобно. Сделаю. Все, я построю скоро. Готов? Стремлюсь к добродетели. Куда направляйтесь? Час увелите. Сейчас. Да будут кровь и брать. Что на... Напряжь к победе! Часов хочете? Слушайте все! Все я построю скоро. Коня сеть, скачу на прежь. Часоху слушаюсь. Ятость освещает путь мой. Слушаюсь. Что на карте? Что на карте? Слушайте все. Да буду мясо тратить. Лучницы, приготовляйтесь. Идите, лучницы, поскольку. Захочете, сделано будет. Наказ слушайте. Идите, лучницы. Иди, трудницы надо мне суть. Я построю сие. Наказ слушайте надо. Сие построю скоро. Готов, есмь. Слушайте все. Да. Прямо. Форевник готов. Сделано будет. Исполнено будет. Готовы воины. Восстанете, воины. Тихо, исполнено будет. Стреляю! Скоро ноги землю. Всадницы, как всадницы. На пресс поскоро. Надо мне беса расчетят. Идти надо на поскору, таков наказ есть. Делайте я сейчас. Хватит нельзя, наказ там есть. Камнемет ясно есть. Приготовляйтесь, наказы из победы. Исполняем, но время выступ. Воине в недель. Приготовляйтесь, восстанете, воине. Задницы, лучники, я тебя прикажу тебе.
слушайте все! Вижу ворога! Готовы будете, воины, сейчас! Novgorod's natural gold deposits had been exhausted, but Ivan's forces could earn gold by setting up hunting cabins in the surrounding woods. Часа велеть. Слушаюсь. Сделано будет. Слушайте все. Начинаю строить и сейчас. Ладни бой, все будете надо! Не спредить, ждите! Время не ожидайте! Служите рад, если идти надо на посту! Ладниц, останете в огненок до газа! Огненок до газа! Ладниц, мать, выступайте доблестно, войне! Накажете? Наказ слушайте надо. Поднимай домик мне! Сие построю скоро. Готовы, если по другу надо направляться. Часа хочешь? Сейчас. Что накажете? Да будут кровь. Люди, приуготовляйте готовки! Сокрушите ворота надобно! Не исполняю наказ. Труждаемся! Наказ слушайте! Всадник ждет заказы. Люди, приготовишься? Готовы, если мы это покажем! Покажите. Огонь, братья! Слушайте все! Да. Начинаю строить и сейчас. Ожидайте сейчас! Ладниц, поведу вы! Камнемет! Подайте поведу! Копейщицы, не уготовляйтесь к броню! Шарланг, брат! Лучницы, приготовляйтесь! Ладни, выступ! Руки у царя духовое! Шарланг, наказье! Руки у царя духовое! Камнемет!
Двигайте орудия! Сделано будет! Слушайте, воин, на брешь по скору. Нозе не влачите. Слушайте все. Начинать. Слушайте все. Слушайте все. Стреляю все. Я построю скоро. Да. Готов повиноваться, есть. Иду куда наказаны. Если наказ, следую наказам. Что накажете? Что накажете? Готов, если под наказ, слушай, я тебе кажется. Наказ слушайте, надобно. Слушайте, надобно в путь идти. Слушайте! Слушайте все! В лесу... Конь оседлом есть, направляюсь я, куда велено есть. Скачи, Ирать! Слушай, яко прикажете. Куда направляетесь? Сие есть долг мой. Орудие исполняет наказы! Орудие сам взял готов! Идите, воине! Слушайте все! Ожидаю, скачу на преж! Повинуюсь! Слышу! Воине, на кого ведутся наказы? Орудие забрать готово! Лестниц! Орудие забрать готово! Исполняем наказ! Начальницы повинуются! У нас впереди бой многотрёден я! Лук, приступаем к подогреву! Огнемёт! Наказ! Слушай, строю! Повинуемся! Орудие загнано! Уничтожим! Although outnumbered, the Muscovite army overcame the vast people's militia. Now Ivan's army would march on the power center of the Republic, the capital city of Novgorod. Трудитесь, надо. Слушайте все. Я построюсь. Слушайте все. Силатницы готовятся! Орудие замкнуто! Готов! Поребник сделано будет! Повинуюся! Исполнено будет! В путь! Ворози наподошенаны! Сделано будет! Направляюсь куда нибудь. Орудь пучить! Противник свой внутри стоит! Сделано будет! Ладно есть! Орудь, яко приказ! Ждите! Приготовляйтесь! Не шумите! Ждите будет! Накажете? Слушайте все! Наказ слушайте надобно! Наказ слушайте надобно! Я построю сие! Слушайте все! Я построю сие!
Наказ слушайте надобно. Я построюсь. Все идем. Начинаем. Вот сделано будет. Что накажете? Что накажете? Слушайте, учить! Трудитесь на... Слушайте все! Добро! Все, я построю скоро. Что велите? Повинуюсь! Часо хочете? Наказано идти. Не ж исполняем наказы. Камнемет готов. Не приготовлен. Долг несть бремя. Ожидать вас. Орудия! Огонь! Брать ее! Прикажите. Каков наказ есть? Готовь и смы к брани. The Muscovite army destroyed the outer wall and entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. Ivan would tear it to the ground. Внимлите! Ожидайте наказы! Долго! Орудия сжатые под наказом! Двигаем орудия! Двигаем орудия! Орудия сжатым под наказом! Орудия в опасности есть! Не бойтесь! Наказы есть! Готовность полная! Сон, несть откровение. Часо накажете? Слушайте все, новые наказы суть. Добро есть. Наказывайтесь. Слушайте все. Добродетель, есть оружие мое! Надобно. Возведу все, як прикажете. Часу накажете? Наказывайте, сделаю все. Возведу все, як прикажете. Орудия, оружейники, слушаются! Таран готов! Садники, приспадники направили на пресс! Мы с нашим делом прав на пресс! Не бойтесь! Год наказан! Ожидайте наказа нашим! Уруби исполнено, будто мне Копейщики, будьте хороши! Наказ! Меня уже просто! Вам не год готов есть! Наказ готов есть! Наказы для камнегода! Какие наказы для оружия? Лучше! Вот опять! Толкайте оружие! На пресс по скору! Бежите, люди!
Ожидаю наказов и славы. Опасность есть! Тишина есть! Иду куда ли? Отправляйте. И наказы будут? Сейчас наказы. Готовь еще! Двигаем оружие! Иду куда? Мне наказ будет. Получен наказ сейчас. Буду рад. Брани изничтожен. Есть сон. Слушайте, дали нам наказ. Идти надо. Слушаюсь. Не млите. Ожидайте наказы. В люду ваше построено будет исправно. Наказ дан есть. Часон окажете. Ворон не млите. Ожидайте наказы. Уразуми. Не млите. Ожидайте наказы. Строите надобно. Возведу все, яко прикажете. Строите надобно. А как гряду к славе? Войны! Войны, внимай всем! Исполнено будет! Приказы новые, свой! Наказано идти! Спасите! Слушаю наказ! На брешь стойте купно! Люди, надо на дело правите! Огонь вражеский есть! Дело худо! Бегите в оружие! Сон, есть отдохновение. Слушайте все, сейчас наказ... Будет для меня приказ? Блюду, аще построено будет исправно. Ожидаю на... Куда стрелу? Отправляйте разумно. Оружие... Отправляйте. Служите готов. Наказ уразум... Иду, куда наказано есть. Пустите, иду суду навстречу. Ожидай, напряжь! Напряжь! Готово служить! Стройте надобно! Люди, надобно дело правите! Таран готов! Таран готов! Готов, есть к делу новому. Слушайте, слушайте все. Сейчас наказывают. Люблю, трудитесь, вы готовы, есть к делу новому. Несть сон, несть отдохновение. Рада есть, мы трудитесь, и вы сподни ваши. Орду на прежде скоки, орду на коки, сяду, но не рука во мне, а гопата не буду. А мне тут заказа, а мне тут заказа. Жажду крови. Отправляй тебя на... Наказывай тебя на...
Новые наказы, суть. Блюду ваши построены. Наказывайте, сделаю все. Новгород's great Vechi bell chimed for the last time, sounding the end of the Republic's independence. As the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city, the last remnants of the Great Republic fell to ruin. Ivan III's vision of gathering all power to Moscow was almost complete.